Глава Калмыкии Бату Хасиков провел встречу с министром строительства России Владимиром Якушевым, а также с его заместителями Максимом Егоровым и Никитой Стасишиным. Стороны обсудили ряд направлений – комфортная среда и жилищное строительство. Но основное внимание было уделено вопросу реализации в Калмыкии федерального проекта «Чистая вода», который нацелен на повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения. Бату Хасиков поблагодарил Минстрой России за оперативное реагирование, конструктивную и обстоятельную работу и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся решить все возникающие вопросы. Продолжение следует...